Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет показано о древнем, так называемом, якобы, храм Зевса. Ну, это 10 раз вилами по воде писано. Просто что почитал, прочитал, смог прочитать, то и сказал. Но совсем не факт, что это там храм Зевса. Почему именно делаю видео об этой археологической мегалитической структуре? Потому что там элементы полигональной кладки. Все это, ну, в Сирии, забыл сказать. Там элементы полигональной кладки, там гигантские циклопические мегалитические блоки, там так называемые кнопсы, что самое интересное. Ну и прочие такие элементы, следы вырубки блоков, следы из каменоломни, все это циклопическое, мегалитическое, все это заброшено, забыто и уцелело совсем немного. Остатки там какой-то стены, и якобы это остатки какого-то храма Зевса. Не факт, что это Зевса, потому что это все было задолго до, вообще, до появления этого слова Зевс, греческого слова. Более подробно об этом месте вы видите дальше видео, я покажу его точные координаты, название, расположение и многочисленные фотографии оттуда, а также насколько я смогу найти официальную информацию из Википедии. Все остальное вы видите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.